Здравствуйте, дорогие телезрители! Продолжаются подготовительные недели к Великому посту, и сегодня, в воскресенье, Церковь предлагает нам отрывок из первого послания апостола Павла к Коринфянам, глава 6, стихи с 12 по 20, то есть до конца 6 главы. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева и чрева для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. Разве не знаете, что тела ваши – суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет! Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Итак, дорогие братья и сестры, сегодня Церковь предлагает нам в подготовительную неделю к Великому посту, мы начинаем уже готовиться, предлагает нам отрывок из первого послания апостола Павла к Коринфянам, конец 6 главы, начиная с 12 стиха. Очень актуально для нас сегодня. И на самом деле апостол Павел, обращаясь к коринфской общине, он имеет перед собой определенный культурный код людей, определенную культуру. Мы не можем говорить о культуре и бескультурье. Мы можем говорить о том, что люди могут вести себя неприлично, но это тоже культура. Здесь апостол Павел сталкивается с культурой так называемых либертинистов. Тех, кто говорят, что... И здесь он выступает как раз-таки против них, против такого взгляда, который отчасти присутствует и сегодня в церкви. О том, что не нужно поститься, или поститься нужно меньше положенного, например. Или же не нужно молиться, или молитвенные правила сократить до неузнаваемости. И так далее, и так далее. Все сократить, все убрать, ведь Бог нас уже спас. И вот против такого взгляда выступает здесь апостол Павел. Хотя, конечно же, в других местах апостол Павел говорит о том, что, например, в послании к Галатам и в толкованиях святых отцов, например, святителя Феофана Затворника, мы видим, что и не в законе дело, дело и не в количествах прочитанных молитв и так далее. Но в целом здесь апостол Павел выступает против либертинистов, и вот в чем опасность. Это те люди, либертинисты, такая партия в Коринфской общине была, которая говорила о том, что Бог меня уже спас, я уже спасен. И поэтому неважно, чем занимается мое тело. Спит оно с блудницей, ест, что хочет, ведет себя, как хочет, пьянствует, да? Все это не важно. Это все относится не ко мне, а к моему телу. Я спасен, моя душа воспарит в небеса. Против этого выступает апостол Павел. И здесь очень важно понять, вот почему еще раз я настаиваю на том, что мы должны знать жанры, и мы должны знать... Читая Священное Писание, мы должны понимать, что здесь используются определенные литературные приемы, иначе мы рискуем неправильно понять речь апостола, сделать абсолютно кардинально противоположные выводы. Здесь перед нами типичный пример античной литературы. Это пример диатрибы, беседа с невидимым противником. И апостол Павел как бы играет двойную роль. Он играет своего собеседника, он играет как бы двух оппонентов. Он говорит речь своего оппонента и отвечает на нее. И также поэтому, когда я читал, я пытался это выразить. Смотрите, 12 стих.
Либертинист говорит, это его позиция, не апостола Павла, «Все мне позволительно». Апостол отвечает, «Но не все полезно». Продолжает опять этот либертинист, «Все мне позволительно». Апостол отвечает, «Но ничего не должно обладать мною». Либертинист опять скажет, «Пища для чрева и чрево для пищи». «Да, — говорит апостол Павел, — но Бог уничтожит и то, и другое. В то же время тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела». Видите, как важно понимать вот эти принципы литературные. Потому что можно вырвать из контекста и сказать, что это слова апостола. Но это же апостол пишет. «Пища для чрева и чрево для пищи. Поэтому буду есть, что захочу. И когда захочу, в каком количестве, и так далее, и так далее». Да, в целом оно так и есть, но в то же время мы должны понимать, что тело не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. То есть нас не может осквернить пища, но это не значит, что мне все полезно. Это значит, что другой богословский принцип, но это не значит, что этот принцип переходит в принцип вседозволенности. Это никак не входит в понимание церковной жизни и христианской жизни, тем более. Итак, выступать против либертинистов. Почему? Во-первых, потому что тела наши – это храм Духа Святого. Разве не знаете, что тела ваши – суть члены Христовы? И не просто храм, это члены Христовы, они принадлежат Христу. Мы как бы продолжение Его тела. Мы участвуем, мы во Христе, буквально в этом смысле. Все наши руки, ноги, все наше тело, оно не наше, оно принадлежит Христу. Итак, соответственно, когда я делаю что-то непотребное, противное заповедям Божьим, я отнимаю эту часть, это тело у Христа. И поэтому пишет апостол Павел вот в 15 стихе, 2 часть. «Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет». Почему я сделаю членами блудницы свое тело? «Отниму его у Христа и сделаю ее принадлежащей блуднице». А вот почему. «Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею?» Это уже другой вопрос, это вопрос брака, вопрос того, что... В браке, плотские отношения в браке, они благословлены Господом, и это единство мужчины и женщины, это единство мужа и жены. И в этом смысле этим засвидетельствуется соединение и взаимопринадлежность друг к другу. Муж принадлежит жене, а жена принадлежит мужу. И в этом смысле стирается всякая граница какой-то власти. Это единое целое, одно целое. Поэтому, когда человек совокупляется с блудницей, он становится с ней единым. Соответственно, отрывает себя от Христа. Ибо сказано, два будут одна плоть. То, о чем мы сказали. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Соответственно, если мы совершаем грех, мы отнимаем свое тело, свой дух от Христа и ввергаем его вот в это беззаконие. «Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши есть храм живущего у вас Святого Духа, который имеете вы от Бога, и вы не свои?» Да, мы не свои. Мы куплены дорогою ценою, ценой крестной смерти Спасителя, Его крови на кресте. «Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Итак, наше тело – тоже важно для Бога. Мы должны его беречь, и беречь его, как в смысле физическом, от греха, от блуда, так и в смысле духовном. Мы должны заботиться о теле, и нет этого противопоставления в жизни христианина тело зло, душа добро. Нет. Все вместе, мы только вместе в единстве, мы являемся храмом Духа Святого. Помните о той дорогой цене, которой мы куплены, и не отнимайте у тела Христова его членов. Будем молиться, дорогие братья и сестры, и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с его страниц обращается к нам. Всем радости, воскресшем Господе, и до новых встреч. Господь.